Всем привет, ребят! Сегодня я буду делать обзорчик, типа как выглядит этот рюкзачок в игре. Ну и буду покупать, в принципе, вот этот рюкзак. Я решил его купить, типа прикольно выглядит, раз, и два, он типа должен быть эксклюзивным, вот. Понравилось мне, короче, чемпионский герб, вот. Прикольный рюкзак. Ограниченное предложение. За 200 баксов топ, 15 сезон. Мы чемпионат по Фортнайту. Окей. Вводим мой тег в мартирский BCN. И покупаем. А здесь я покажу, как вот этот рюкзак выглядит в игре. Погнали! Окей, ребят, так выглядит у нас рюкзак. Неплохо, потому что в магазине я думал, что он будет более прозрачный, этот рюкзак. Потому что он типа голографический, я думал, что он будет намного прозрачный. Ну, оказывается, нет. Этот рисунок, он намного больше... Ну, как сказать... Более видный рисунок, вот. Тогда топ. Вот. Рюкзак и неплохой, прикольный, за 200 баксов офигеть. Прикольный рюкзачок для коллекции сойдет. Ну вы подпишитесь, ставьте лайки и пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, не забывайте, что 1500 подписчиков разыграть это за 500 баксов. Я бы этому рюкзачку бы дал где-то 8 из 10, вот, не знаю, сколько бы вы дали. Я 8 из 10, 9 из 10, хороший рюкзачок. Окей, ну давайте, подпишитесь, ставьте лайки. Всем пока, ребят. Желаю всем удачи.